Вот таким вот образом мы его не спосылали, лину саббита бихи фуадак, для того, чтобы укрепить твое сердце. Ляннаху ляунуззиля алейхи курану джумлятан вахидан, потому что если бы Куран был ему испослан сразу за один раз, лям яхсуль тазбит, то не было бы тазбита. И в этом аяте, баракулуфикум, указание на то, что тот человек, который хочет, баракулуфикум, быть укрепленным в религии Всевышнего Аллаха Субханаталь, должен постоянно читать Куран. Если ты, баракалуфикум, перестаешь читать Куран и замечаешь за собой, что проходит день, или же проходит неделя, или проходит месяц, и ты не брал в руки Куран, баракалуфикум, это является как на вирусу, угроза тому, что Всевышний Аллах Субхану Аталя оставит твое сердце. Фалямма заху азаху Аллаху кулюбам, когда они отклонились, Всевышний Аллах отклонил сердца. И вот так Всевышний Аллах может оставить тебя без помощи и может сбиться с прямого пути. Поэтому постоянно читайте Куран, баракалуфикум, не оставляйте его.